Блять, я нажал создать но. А, вот, нормально. Я вернулся. Я вернулся, я лунтик, блять. Так, 400 бабок. О, покупает. Батончик, чувак, ну что ты доебался? Дай купить. Так, блять, почему вот такой агрессор, мистер? Посмотри. Я не знаю, что с ним, короче, это не я. Смешно, смешно. Анекдот вспомнил, хочешь? Короче. Давай. Йо. Как-то идут два азиата вдвоем. Одного звали Ли, другой Со. И как-то видят они бочку с водой. Ай, друг пришел, ладно, потом расскажу. Ты меня заметил, ура! Да, да, это воду. Заработал пальцы. Воду? Слушай, где вода? Нам нужна вода. 50 баксов и он говорит, дам 50 воду. Баксов, так. А я говорю, что у меня есть компромат на него, но он не соглашается. Че у нас с ним походки? Слушай, мне карту, оказывается, там была ошибка, заблокировали. Короче, я звонил, разобрался, а то не мог купить себе пончик. Так, но мне нужен телефон. Где телефон? Вези меня к телефону. Машина, а ну открывай. Ой, ся. Давай открывай. Не испытывай мое терпение. Открывай, дёргай. Ну наконец-то. Просто заедает, лупики заедает. Сажусь. Так, магазин электроники? Да. Песню оставь, всегда, огонь. Всегда, когда сажусь в эту машину, мне весело. Да, я знаю, холоса. Даже перезашел, но все равно. А, радуга, когда на стриме сидит в этом... Он от первого лица не ставит? Звонил бы с телефона. Ну, так Павло, с телефона внутри. Со мной. Что с тобой? В ритм со мной. В ритм с тобой двигаюсь наши тела. Слушай, сколько такая видишь, машина Павло? Стоит? Не знаю. Я ее своловал. О? А, ну ладно. Ты да не, говорил? сучу. 11 тысяч. Ого. Что еще один раз? Я прослушал. Что там 11 тысяч? 11 тысяч стоит. Что слушай, стоит? Мы будем ехать. Классный. Так направо же поворачиваем, зеленый, да. Так нам дайся направо. Ты что, вот по правилам не знаешь? По правилам на красный можно поворачивать. Так мы не поворачивали, вот сейчас мы поворачиваем. Да нет, поворачивали. Ты меня слышь, за придурка не держи. А познакомишь меня с твоим братом Со? Он в Шанхае. А он не прилетит? Не знаю. Тебе. Если накопит 10 тысяч юаней, то прилетит. Так это не так уж и дорого. Так да, мы твоя машина зарабатываем 500 юаней в год там. А-а-а. Так если так машину ты вот продашь, то тогда сможет приехать. Хел ему. Ты не любишь своего брата? Конечно. Скачает. Он меня обязал. А как он тебя обижал? Он тебя совращал? Заставлял лежать. О, ебать, это что, магнитехники? Ебать, колотить. О! Приехали? Да, приехали. Хоть он все знает. Вот этот таксист. Видишь, Павло, что, зачем мы сюда приехали? А зачем плеер? Что слушать? Он, музыка есть? Бля, я, короче. Кого спасываюсь? Вас! Я карту знаю, можно купить. Скачаясь, будет, наверное, музыка. Я понял. Так, iFruit сим-карту теперь надо купить. 240. Я тебе телефон купил, еще и плеер куплю сейчас. Ну, я теперь вообще огонь. Лучший парень. Так, ну чё, за водой? А где телефон? Я не понял. Я купил, а где он? Ну, в телефоне. В кармане. Вартон не выбран, бля, реально как. Походка, надевать шлем. А у меня карман дырявый. Настроение, блять. Какое у меня настроение? Боль. Слава богу, что хоть карманы. Расслабленное. Я расслабился. Слушай, я походка. Какать хочу. Я быстро прикрою. Армянский мафиози, блять. Ебать, о, реально скрываешь ебало свое. О, армянский мафиози прям. Так, инвентарь. Нихуя себе они что так я делают. Покакал, пошли быстрее, тут вонять начнет. Использую, ставить сим-карту. Поехали, Пабло, поехали. Ты чё? Ты что не видишь? Вы что, охуели? Ты чё, нигер?
Эй! Ты кого нигером назвал? Мне это, я не понял. Ты чё? Пабло, чё ты на него? Мне сейчас сказал. Ну чё, ты в машину въехал, чё? Это я сказал. Да, я сказал. Я сказал. Это твоя стоячая машина мне в машину. Пойди, а я не говорил. Ты чё на машину влетел? Ты где ездить учился? Я не говорил. Ты одного? Не можешь Бочков позвонить? Да при чем три на одного? Ты здесь не прав. Стоячая машина мне в бочину врезала. Стоячая машина? Да у тебя проблемы с головой. Стоячая машина сейчас Стефанула забьет, понял? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты, блядь. Ли, аккуратно, Ли. Бом, спаси. Ли, пойди, он очень накачанный, Ли. Он очень накачанный. Я не успеваю за тобой, Ли. Пойди, успокойтесь, успокойтесь, на стол! Успокойся, ты замахиваешься, блядь! Успокойтесь, все, бля, зачем меня бить? Прости, бомж! Не трогайте, господин, я посутил! Я посутил! Не трогайте его! Слышь! Все нормально! Велись, блядь! Зачем меня? Ах ты, сука, блядь! Ладно, довезу! Ёбаный ты нигер, нахуй! Иди сюда, сука! Да успокойся, блядь! Иди сюда, блядь, нига! Я тебе такую залупу натяну, блядь. На голову, блядь. А ну уходи отсюда. Мы твою машину заберем. Опять ты. Иди сюда. Блядь. Ну все, забудь твои тачки. Да охилел. Не трогай тачку. Пабло. Блять! Пабло! Ну все, вы меня разозлили! Кунг-фу! Покажи, 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 что ты... Опа! Кунг-фу! Блять, мне слез! Парный! А! Чё, не отстал, не отстал! Толпой его! Вот так его, блять! Ой, Ли, проси, бля, попутал! Шо, упал? Упал? Шо, Ли, скажи свою фамилию, Ли! Так, давайте Зай. Свалим отсюда нахер, вот сваливаем, да. Парень. Сосать! Так. Или? Сосать! Молодец, погнали отсюда. Погнали отсюда нахер. Тачку помял. Ли, съёбывай отсюда. Ну вы пиздец, вы не валите, конечно. Ну нахер, блядь. Нигер, блядь. Он... Сосать! Блядь, и сегодня... Не успевай! Доехать-то. Ли, гони быстрее, Ли. Что-то с колесом, колесу плохо. Но у тебя сдулось, походу. Не, ну и поехали, в машину врезался. Это ж надо еще и говорить, сама въехала. А я видел, что не сама, я поверил, если б не видел. Бля, Ли, у тебя покрышка слетела. Тебе машину это надо в ремонт. Где лимон? Ну ты таксист, откуда я знаю, блядь? Ля-ля-ля-ля-ля. За нами едет. Что делать? У кого есть ствол? Кто едет? У кого-нибудь есть ствол? Нет, ну настроя! Пошел у нахуй! У меня есть средний палец. Мусал мне нельзя, нельзя только мусалам нельзя. Они меня заберут тоже. Потилуют. Давай, ты, короче, ты за город. Едь за город. Бля, какой ты поднялся. Голод? Наверное, когда вырубают кулаками, ты... Бля, встань, нигер, бля. Смотри, если ты хорошо водишь, ты скроешься. Я такой в фильмах видел. С одним колесом? Да. Главное, ну, куда-то заверни потом резко, чтобы этот, он не увидел, куда. Сейчас его обманем. Смотрите, я видел такой фильм. Опа! Не отстал он. Ли, ну ты жесткий, Ли. Бля. Он почти отстал, но не отстал. Не очень громко слышно. Точно, мы мимо мусолов поедем, они... нет, не придумал. А если мы выйдем из машины, Ли, а ты потом сам? Выйдите из машины, а я потом сам? Да, ты потом сам. Спойлер, у тебя а телефон есть. А что я сам? Он мне за пиздец. Так, я съем пока худог, блядь, не очень куда интересно. Куда едете? Чем... Ли, пиздец, блядь. Ты что, охуел? Мама твоя, тормози. Отлично, Ли. Мы должны показать, где он зимует. Мази, говорю. Нет. Отцепись! Отстань от нас, мы тебе ничего не сделали. Так, едь за город, мы его там закопаем, тебе говорили. Я тут за город.
Сколько стлафов потом придет, пиздец, и все, и массыну тянить. Бля, я сначала хотел сказать, что у него... Блин, поверь, ему тоже неплохо. Это ж не его тачка, не блядь, хорошо, а потом помню, это же его тачка. Все, ебало отмыть. Ебать, погоня. Я еще очки, он мне очки сломал. Ничего, страшно. Бля, я тоже мои очки сломал. И кепку потерял. Ах, он, сука, я еще с него денег, я в суд на него подам. Надо запомнить. Но Масына быстрее, мы по трассе не уедем. Ничего, ничего, смотри, он едет за нами. Все по плану. Отвали! Мальзи, я говорю, разберемся. Отвали давай. Бей, толмази. Сука, бортуешь еще, и так за ремонт до хера платить. И все будешь платить, лох. Хватит, перестань. Тебе хуже будет. Тормози. Отстань от нас. Мы всего лишь ой, пассажиры такси. Ой, блядь, ой, страшно-то как, ой, страшно-то как. Блядь, они пососылы. А может мы позвоним в полицию? Да, давайте позвоним в полицию. Позвоните в полицию. Казаки звоню... за нами гонятся, по нам стреляли. Володя, звони в полицию. У меня телефон выпал из кармана, и нету телефона. Ты серьезно, блядь? Я вызвал полицию. Только если чё, я не с вами. Когда вас подвижу в полицию, я сбегу. Камера. Хорошо, хорошо. У него есть камера? У него есть ствол! У него есть ствол! Звони Слотина в полицию! Подождите, у меня тут камера в телефоне оказывается. Сколько пикселей? Сфоткай! Сфотографируй мышкой. Его! Он ничего не открыл. О, настройки. У меня не включается камера. Что за говно я купил? Блядь, дискас. Что, дорогие телефоны надо покупать с камерой? Городские сервисы. Опа! Раскатили. Ой-ой-ой. Нас... Врез леду я нигер. Я такой только в токийском лифте видел. Отвали, мы в полицию будем звонить. Я уже позвонил копам. Мы уже полиции позвонили. Тебя закроют. Не слышит. Потому что ты черный. Я уже написал копам. Я написал, нас преследует нигер. Они скоро приедут. Панки звони, позвони. О боже, он послушивает, что я говорю. Его надо вольнуть. Выходи, говорит. Как он обманывает? Мистер полицейский! А нет, ты просто байкер. Мы едем в полицию, будем жаловаться. Вы побежите в полицию жаловаться. А если хорошо, меня хорошо. Ну я сначала такой, оба, а потом сбегу. Пошел нахуй! Мы в полицию звонили. Тебе я конец. Я тоже звонил. Короче, если что, он нас на первый напал врезался. Он ли, первый ли, начал бить нас. Тебе топлива хватит ли? Топлива! Полиция! Полиция! Помогите! Полиция! Меня нас увидели. Я надеюсь. Я слышу полицию сзади, мигалки. Мигалки. Может остановимся? Да-да-да, за нами полиция! Он нас режется! Ой, нет, он нас режется! Мы остановимся, полиция нас догонит. Надо полицию, надо развернуться. Надо развернуться к ним навстречу. Надо заделзать его. Давай, останавливайся. Давай! Перепитесь, копай себе! Остаемся, пацан. Погодите, это же не полиция, это же тетка, блядь. Масыну быстрее, Масыну, это ставной коп. Что происходит? Блядь, это не тот коп. Что, блядь, происходит? Пососать. Блять, нам нужна нормальная полиция. Блять! Давай вниз, на шоссе. Самому упадем, мы лозобьем. Ты надеюсь, видел нас у Масыну? Он хилит, когда я вижу. Нет. Батончик. Чё ты хочешь от нас? Отстань! Ой-ой. Может больница? Может больница, да. Что ты хочешь от нас? Ай! Извините, капотини! Отсоси! Извините, капотини! Вот, блин,
уезжаем! Уезжай нахуй! Уезжай как можно дальше! Точно, я придумал. Мы короче, остановимся и разделимся. Там, где они не смогут поехать. Давай, где не смогут только. Вот, мы зайдем на полковку и разбежимся в разные стороны. Это хуёвая идея! Это гениально. А давай мы выйдем с другого выхода. Давай, давай, там, я вижу. Тут есть другой выход. Давай на крышу. Да, да, да. Они выехали на другую сторону. Иди прямо и направо. Да, 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 вот тут направо. Потом опять... Блять, ну на другую сторону. Сука, бесполезный круг. Едь дальше и потом еще раз направо. Что делаем? Ой, блять, отпустил на зопы. Соси. Что ты хочешь от нас? Давай направо. Блять! Питечка плотини! Питечка плотини! Вы настоящая полиция! Вы какие-то бандиты! Пацаны! Каждый сам за себя! Каждый сам за себя! Даже больше! Даже больше! Каждый сам за себя! Блять, стой! Стой, блять! Ну, блять! Стой, блядь! Здравствуйте! Здравствуйте! Можно покататься? Классный велик! Зачем вам? Я фанат велосипедов, обожаю велосипеды, блядь! Можно прокатиться? Это легендарная модель! Ну дайте прокатиться, но не впадло! Тут только если один кружочек, конечно, я смотреть буду! Конечно, конечно! Я смотреть буду! Окей, я без проблем, конечно, смотрите! А можно ключи от велосипеда? А чё? Знаете, он дурацкий немножко. Видимо, да, да. Бля. Очень хорошая модель. Говно. Подождите, мы так осторожнее, это очень ценная модель. Цепь сниму, подождите. Походу, девушка не поддаётся, знаете. Да я понял, я пойду погуляю пока. По крыше парковки. Ну вы возвращайтесь, возвращайтесь. Конечно, еще. Конечно. Блин, ну хоть пиздец происходит, я тут посижу. Пиздец, о, устал, блядь. Блядь, здесь какая-то хуйня, может спуститься можно? Крыша. Я смогу перепрыгнуть? Не, наверное, убьюсь. Мне слишком хуёво себя чувствую. Блять, тупо пиздец был. Бля, жалко, что велик не дали покатать. Что? Вы, блядь, это видели? Бля, это как... читер. Ой, еще велик.
Блять, у меня нет ключей от него. Черт, так хотелось на него сесть, но не могу. Ой, блять, нормально, держись! Хорошо. Бля, мы не обменялись номерами. Всего лишь в одном магазине продаются. Да, я сейчас как раз туда и хотел. О, да. Вот хорошо, что вы каску одели, а он нет. Вот упал, видите, каска не помогла. Каска-то да, каска ого. Хорошая. Ого, ну я смотреть не буду, что там делаете вы. Ой, бля. А че... Я не буду спрашивать тоже, да. Может, мне доктор поможет. Надо ему водички сразу, а то плохо будет. Ебать, у меня глаза, как у китайца. О, черт. Док. Бать. Что такое? Я, короче, упал. Сверху вот. Мне очень больно. Водички. Мне за что, никто не помог. Вы согласны, господ? Что, что? Хочу со мной поехать. Ладно, а, ну да, да. Удачи да, вам все. Со всеми начинаниями, я пошел. А мне вы можете помочь? Я упал. Да, да, да. Садитесь в машину, все. Конечно. Все, поможет. Откройте, пожалуйста. Как здесь уютно. Ой. Секунду. Что опять? Да, и у меня будто бы жажда резкая. Походка. А, я понял. Одежда. Очки. Вы подобрали свои очки. О, я нашел свои очки, они все-таки у меня. Шапка. Во! Ебать. А как это одеть? А, спасибо большое. Как-то давайте садитесь. Как-то одеть, блядь. У вас, видимо, закрыто, не могу сесть вперед. Не очень громко, ребята, да, слышно? Или, или эта хуйня не поможет свой с громкостью? Так, сейчас назад попробую. А ну. Да не, вроде влияет. Не. В смысле, мужчина же тут сел, я сажусь. Нормально. Да нормально я сижу, очень удобно. Ну. Видимо, его контузило. Все возможно. В кармане, а как с кармана одеть? Я не знаю. 5 секунд. А как надеть теперь? Получено. Я их снимаю, я понял. Попробуй. Нажмите поднять или поднять. Так же вообще никак. Инвентарь. Странно. А, вот так и одевать, да? А, вот так попробуйте. Надеть. Я понял. То есть раздевался. Странно вообще. Так, у меня телефон используется. Бля, я с Володей не поменялся номерами. Отстойным. Громкость микрофона нет, громкость... Может, вы пешком дойти? Моего. Ну да, в принципе, почему бы нет. А я проедусь. Да. Простите, сморч. Блин, по РП я должен садиться в медмашину и хилиться. Я в GTA помню, так всегда было. Я даже кепку нашел. Я думал, где ее потерял? У вас лежало.
Слить. Ого, здесь зайти можно. Нихуя себе, я никогда не был в больнице. Так, а ну слазь меня. Сударь, врач, ноги болят. Володя! Подожди. О, Павло. Подпрыгни, Володя. Подпрыгни. В смысле прыгнуть? Прыгни, Володя, прыгни. Да, прыгай. Вы давайте. Ну просто прыгни. Многоуважаемый, да. От радости, сюда, что видишь меня, прыгни. Я не могу прыгать, у меня ноги болят. Да прыгни, как будто можешь. Я постою. Поверь, я твой друг. Да-да-да. Бля, ну и как не тебе могу его разлагать? Он не может прыгать. Что у вас с ногами произошло? Значит... Ну ладно. Я еду. Вот, потом появляется, откуда ни возьмись, полицейская машина. Но они, значит, тоже едут. Пабло. Я смотрю, за рулем Володя, явно снежок, давай... но только снежки так сюда гоняют. Вот, я, значит, за ним, а вдруг какая помощь? Попробуй подпрыгнуть, Володя, но очень надо. Так как тебе подпрыгнуть? Вот, у меня ноги болят, не могу я прыгать. Вот смотри, как я. Все, больше не надо. Во-во-во, а то ты смотрю, тебе как будто плохо. Смотри, давай номерами обменяемся. Давай, давай. Я, кстати, тоже. Вот телефон свой нашел в заднем кармане, оказывается. Он никуда не упал. О, видишь как. А я очки свои нашел и кепку. Смотри, мой телефон. У тебя работает камера в телефоне? Я какое-то говно купил. Нет, нет, не работает. Контакты. Давай я тебя добавлю. Скажи свой номер. Сейчас скажу. Ага. Володя, ты меня слышишь сейчас? Да, да. Короче, мой номер готов записывать. Давай, я готов. 77. Да. 89. 77-89. 41. 41. Так, ну вы идите пока. А где черточка или без черточки? Тут 778, черточка 941. 941. Сохранить. Да, все правильно. У меня ничего не появилось. Иди. Там нормально, ноги мне посмотрели. Можешь идти, собственно. Да, чё? Сейчас. Ща спасибо тебе. Хороший ты человек все-таки. И я такой же добавить. Ты плохой. Я не могу тебя добавить. Мы все такие нормальные. Как ты не можешь меня добавить? Почему? Ну вот нет тебя в списке. Так, подойди, давай еще раз. Телефон. 778. Я не могу вообще ничего тебе сделать, ты мне все сломал. Хорошо, а ты скажи мне свой номер. А я не знаю, где посмотреть свой номер. Там когда ты сим-карту покупал, на сим-карте написано. На сим-карте, а ее вытащить, наверное, надо, дашь посмотреть? Нет, 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 там ты свой телефон посмотри, там разверни его, батарейку сними, на сим-карте написано. Не понял, что ли? Я понял, 241... Погоди, я телефон достану. Надо записать где-то самому, чтобы постоянно так не делать. 241-779. Бля, чат, можете мне писать, когда я буду спрашивать? Скрин, где сейчас некуда записывать? Я как бы запишу, но на всякий случай, чтобы вы мне говорили. Ой, блядь. Бля, ты меня слышишь? Я тебя сейчас слышу, да, чё? Так чё, 241 не всё, что ли? 241-709. Я же сказал. Ёбана в рот, бля, не говорил ты ничего. Ну что-то сломано с телефоном, мне кажется. Бля, что-то... Дай контакты, Володя был... О, я тебя нашёл! Так. 241-709. Ну что там? У вас на снимках сильные ушибы. Да. Я вы уже переломы слышали писать номер? Нет, перелома нет. 778-941. Вот держите там, таблеточек обезболивающие. Боль должна будет пройти. Сильно ноги не напрягайте. То могут быть тяжелые последствия. То есть приси в ближайшее время не светит, да? Да. Я постоянно иду. Не, ну становую можно. Но там же на спину. Да, ну, побольше часть. Ну, нормально. Доктор. Ноги не напрягай.
Не бой, я не буду. Мне тоже надо помочь. И мне надо помочь. Нам всем надо помочь. Так, вы, у вас жвачка к ноге прилипла. Ой, что это? Подпрыгнет. Коллекционная. Я собираю жвачки. Отлипни от пола, сделай это. Сейчас. О, этого я знаю, кажется. Так, пойдем. Со мной все хорошо. Всем проходите, или как? Не люблю. Секс, давайте сюда. Мужчина, помогите, со мной гонится. Что происходит? Сюда вставайте. Вот сюда? Да. Так, что с вами произошло? Я упал, очень больно. Если там будет тёмный мужчина, то здесь... Со стройки. Со стройки упал. Со стройки? Этажной стройки. 3, 2 Ага. Чё 3, 2 Я успел посчитать. Один не успел. Понял. Так, давайте пройдемте, рентген сделал, а то мало ли у вас там перелом, а вы ходите в шоковом состоянии. Я когда падал, считал. Не думайте, что у меня плохая математика. Как далеко. Я не думаю. 3 Там написано. Номер, кабинет. Мы идем в морг? Так, мне очень где-то не нравится. Тут рентген. Нормально, вот сюда останови. А вы здесь труп фотографируете? Нет, вас будем фотографировать. Почему? Ходите рентген сейчас. А мы групповой рентген сделаем? Да не. Нет, вы выходите. Можешь очочки снять. Очочки? Выходите, выходите, я рентген понял. Слушай, да вы перепутали с кем-то. Это не ты на той машине желтый был. А не, у меня вообще плав нету, я машину не возу. А по-моему, ты... Я, конечно, не расист, да, чтобы говорить, что на одно лицо, там все дела, но... Я в латино вообще. Не, это ты полюбил. Ну что, я как красивый изнутри? Да, нормально. Я не переоделся. У вас... Так, ну, судя по... Надо печат, я не вижу где. ...падение с третьего этажа. Ага. А, я понял. Каждый вечер кремом. Ты не на машине, да? У тебя прав нет? Не, я на такси приехал. Жаль. Ну чё, показывай. Чё случилось у тебя? Развернись, в смысле. Да, гипс надо снять, у меня на ноге гипс. Так. Я понял, я не видел. У вас ушиб ног, ребер и... Машина, потом Коповская, и такое началось. Всё. Так что давайте вам... Чё замечательного? Я думал, будет больше. Я как-то в детстве ломал палец. Настолько. Ну это... Да, я герой. Больнее. Так, давайте, вставайте сюда. Ну такой, это, бородатый, неприятный, маленький в топках. Накладываю вам... Ну там стоял. Защитный, такой, как защитный, закрепляющий пояс, чтобы вы сильно не нагружали свои ребра. Я понял. Так, и вот вам... Таблетки, чтобы обезболивающие, чтобы чисто сильно ноги не болели. Что такое? Не томите, пожалуйста. Спасибо. Не волотита. Я очень надеюсь, это поможет. Док. Не были, ну, поддержите. Все, вы свободны. Спасибо, Громиш. А как долго мне это носить? Второй раз из машины упал. Я, короче, там... 30 сроков носите нормально. Блять, 30 как сроков. Будто дефлорацию прошел. Не, если вы там нашли, что там большая дырка, вы не обращайте на это внимания, это задний карман. Кстати, приходите. А, отелить. Большая. И подпрыгнуть да, сюда. Да, все нормально, у меня просто работа такая. А, сэр, у вас как-то горло хрипит. Хорошо. Вам бы желательно главное, бедра посмотрите, да. Попа. Да с бедрами вроде нормально, просто... Блин, я не знаю, еще один таблетки сразу принять?
Да, конечно. Не за мной ходить. Попробуй. Сложно, да, 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 получилось. Да, да. Боли чувствуешь? Или сразу вторые выпьешь, чтобы быть лиша? В районе бедер, потому что напряг бедра. Или по мере наступления боли. Ладно, вставай. Короче. Так, слабые ушибы. Нормально. Ну, не слабые, хотя, блядь, такой передержности. Да. Бля, если я попрошу еще раз, то будет считаться, что я охуел? Потому что я видел, нигеру дали... Не, она не хиль... Доктор, а можно спросить, можно еще, я это, таблетки посчитал, мне еще немножко болит, так, короче, особенно в ребрах. Я думаю, мне, может, за время моего лечения надо будет еще? Да, я постараюсь. Просто я очень далеко езжу, я далеко живу от города. Алекс! Аж в аэропорту. Тут, блядь, соседняя операционная есть, какого хуя ты всех сюда тащишь? Они сами сюда заходят, читают. Ты выходил отсюда, я уходил, меня лечили. Выбросил. Ну, блядь, я мне ж болит все. Я нормально, да. я бомж. Сука, как Володя. Главное, аккуратненько. Я могу туго затянуть, но тебе двигаться будет тяжело. Ну, ничего страшного, я потерплю. Главное, чтобы зажило быстрее. Обрабатывать, думаю, ничем не стоит. Привет, я чилю. Антисептиком давай я. Хорошо. Очень удобно. Занесено. Анимации есть какие-то. Думаю, все, вы свободны. Ой, бля, поиск, шо? Ты шо, дискас, поехал? Как я это искать буду? Я же сморг. Тенс. Так. Ну почему я не танцую? Нормально. А ну, сделай пару шагов, нормально ходит с тебя? Сейчас. Как танцевай? Ну да, как-то сложно, но терпимо. Ну, если я буду терпеть, то нормально, я думаю. Скорее всего, типа, расслабиться. Танец, точно, русском. Легче будет. Танец, хочу танцевать. Хорошо. Я хочу танцевать, мои ноги пускаются в пляж. Какая я неуклюжая, это кошмар. Необходимо, я думаю, необходимо, да. Мне сразу можете прописать ей на неделю вперед. Как удобно облокачиваться на стену. В случае, если произойдет что-то. Стены обычно сделаны для того, чтобы на них облокачивались. Ну, у тебя ушибы так слабенькие. А ну, вы бинтом, наверное, да, затянули? Ну, чтобы он не развязался. Радуга, я хочу его забрать. Все же, давайте это. Кстати, может, телефон раздагал? Сейчас попробуем. О, да, хорошо. Стало хорошо. А можно еще обезболивающее? Блин, а как я напишу ему? Вдруг бандаж слетит. Так я тебе заранее дал. Понял, понял, вижу. На неделю краткость. Все вижу, вижу. Короче, вижу. Смотри. Если будет покалывание внутри уже органов, то, блядь, скорее сюда беги. Ну или хорошо, вообще врача понял. По-хорошему. Звонить можно? Бля, я не умею. Звоню, в принципе, как неделя на реабилитацию контакты, сойдет. Контакты городские. А надо прийти, я не умею, где сообщения, контакты, ничего не нажимается. Я типа, ну, где нажимается, но я, видимо, не правильно нажимаю. Да вы хотя бы просто так, чтобы я наработал. Нельзя, ну вот все, чего меня обманывать. Меня не уволили. Ты у нас работаешь? Что за мной? Да, иду. Мобильная сеть выключена. Тебя придержать или что? Не-не, все в порядке, просто привыкнуть надо. А, окей, давай я дверь тебе придержу. Доктор, попробуйте... Это. Жвачка прилипла к ножке. А, понял. Блин, у меня кот. Пабло, сейчас, секунду, я разберусь. О, какая Чика. Привет, Чика. Так, не отвлекайся, давай. Да-да. А, ну, как-то уже легче стало. Но... Фу, блядь, я опять сейчас бы комп уронил, блядь, я пилю вырубил. Охуенный телефон. Обои. Подключение к сети. Не-не, перед ресепшеном встань. Включить сеть. Блять, я выключил. Выключить. Выключение все звуки. Секунду. Ух ты. Бэтмен, люблю Бэтмена. Ебать, ну вообще Бэтмен то, что надо, дискас. Спасибо. То, что вот я это и ожидал. Главврач. А я сегодня не буду. Володя, ну что ты, как ты? Вам нужен главврач, я вам помогу, мисс. Че? Врач пытается.
Вы случаем не могли бы мне еще помочь? Я только приехала. А на 7 дней, правильно? Украли в самолете. На 10 вы сказали, нет? Где можно приобрести? Ладно. Давайте на 10. На каждый день по таблетке. Просто я не знаю, где телефон купить здесь рядом. Я работаю, у меня собственный бизнес. Шеф у меня очень важная личность, он миллиардер. Ну, а так я работаю продавец хот-догами на улице. Понятно. Ну, ладно. Что, спасибо за малую информацию. Ну, да. Всего доброго. Всего доброго. Эй, Чика. На десяток. Ох, какие тёлки. Блять. Ну, чё ты, Володя, как долго тебе ждать? Днём мы занесём в базу данных. Бля, ну Бэтмен вообще не зря поменял доставку, очень нравится. Если что, звонить нельзя, 778-941. Я не могу вписать сейчас, я, может, не туда нажимаю, или нельзя так делать, Дискас сейчас не отвечает мне, потому что он не хочет мне говорить, чтобы я догадался сам, сука. Опа, я что-то делал, сейчас, блять, я видимо, что-то не туда клацаю. Не. Блять, там 98%, здесь что, телефон может сесть? Чат читай. Звонки еще не работают, я понял. А смски? Смски не работают тоже? Я сообщение пытаюсь написать. Именно сообщение. Я вот сейчас пытаюсь. Телефон сломали. Вот, сука, кто сломал телефон? Сейчас пойду вот так сделаю. Смотрите. Не! Вот так вот, да. Потом я буду. Ну ладно, ладно, я понял. Террористы. Спасибо вам, доктор, еще раз. Угу. Давай. Пошли, Пабло. Володь, что так долго? Мне надо подстричься. Да? В смысле? Зачем тебе подстричься? Так. Как мы отсюда уедем? Такси вызвать. Тут Ли где-то был. Такси, точно. Хорошая идея. Ты где-то был, слышишь? Давай такси вызовем. На первый день будет много ошибок. Да не, ничего страшного. Просто скажи, он работает или не работает? Мне пытаться этим вообще пользоваться, либо я сморг? Если не работает, ничего страшного, просто я тогда. Я, блядь, свои эти попытки оставлю. Бля, какой красавец. Я сейчас закажу такси. Давай. Полиция, такси. Смотрите, смотрит на нас кто-то. Я вроде бы сделал заказ. Таксист принял вызов. Хорошо. Так вот он, по-моему, не? Не знаю. А вы таксист? Сэр, таксист. Вызывали. Это же это. Ой, слушай, дружище, что, таксистом уже работаешь? Ну, как это говорится, чё бог послал, да, вот, какую машину. Парикмахерскую. Парикмахерскую. Ну, я могу к братишке, конечно, своему отвезти, он нормально стрижет, но фиг его знает. Надо парикмахерскую, любую. Надо, чтобы ножницы у него были и руки. А может в город центральный, там, где элитные? Можно в элитную, конечно, что там. А какие цены там? У меня денег, я не думаю, что так много для элитной. Да нормально, хватит, я думаю. Я что тут подрихтовать немножко. $100, не больше. Фейк такси. Слышь, а что это за бабуля тогда приехала? Не знаешь? Какая бабуля? Парень. Какая бабуля? Ну там на полицейской машине приехала бабуля какая-то. Из бабули приехала, не знаю. Там на полицейской машине там приехала и начала орать, чтобы мы остановились. Бабуля такая. А, так это мужик был. В смысле, мужик, и наше платье было. Платье, так вроде мужик же был. Синим платье. На нем же платье было. Я нафиг его знаю. Трансвестит, по-моему, что ли? Может быть, кстати, не знаю. Она остановила тебя сначала и с тобой разговаривала о чем-то. А, так ну китаец мужик еще. Это был мужик? Ты мужик был. Нихуя себе. А почему полицейский не в форме был? Не знаю, он говорит, типа, вы арестованы. Я говорю, а может лучше они? Он такой, ну давай.
Ой-ой-ой, смотри, какие чики там за перекрестком. Ну давай! Пабло. Не, ну... С нами голый Терри Крюс. Не, мы можем и к ним подъехать. Давай подъедем, типа. Если что, на коленки посадить. Да-да-да. Ну давай подъедем. А вдруг они нам оплатятся? Кто? Смотри, какие они там позы. Бля, они точно ночные бабочки. Слышь, давай возьмем. Пошел в поворот. Володя, у тебя денег хватит на них? Мы в центре города. Неважно, главное, чтобы они были. Кто, деньги или бабочки? Бабочки. Девочки. Она тебе машет. Сейчас, секунду. Сейчас мы услышим мастера. Здравствуйте, девочки. Добрый вечер, красотки. Бля, это не разговаривает на нашем языке. Ну, она зарубежная. Сколько ты за ночь возьмешь? Сосимбу сделаешь? Она, видимо, не в настроении. Покуришь члены, а? Она говорит, ну, что у нее жопа болит. Девочка. Примешь мой поезд себе в депо? Мой самолет тебе в ангар. Крейсер мой тебе в бухту. Может быть, ты примешь мою сосиску? В твое тесто. Слушай, Пабло, у тебя есть еще варианты какие-то, а? Чтобы она меня поняла. Она сказала, что устала сосать хуи. Может, ты покуришь кожаную сигарету? Она говорит, нахуй, она будет теперь в кроссовках работать. Блять, не короче, знаю, короче, не понимаю. Ты о коже заговорил, а не из кроссовки сразу. Пошли они тупые. Она не поняла твои намеки, надо было прямо говорить, они типа здесь, да, поэтому понял, и стоят, это. Да. Ой, котики, котики, смотри. Где? А, вижу. Прости, дружище, что-то они это. Охуеть, котики. Я им сказал, что у меня хороший друг на каче, да и они даже так не захотели. Че, вообще никак не отреагировали? Ну, вообще никак. Уже... Не, ну шабол ты, ну. Че? Смотри, еще котик бежит. Да я вижу, куда они так мчатся? Да переселение котов. Слушай, дружище, а как тебя звать-то? Кого, меня, что ли? Да-да. Крис. Крис, очень приятно, я Володя. Да, привет, Крис. Володя, Володя, это зарубежный, по-моему, какой-то имя. Да, Володя, я из России. Нормально, слушаю, вожу. Спасибо. Что, поехали тогда дальше? А почему ты голый? Че голый? В смысле, не голый, нормально, брат, жарко, лето, че. С футболки для нее. Машины, тем более. Зелен же вроде горит, нет? Да, 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 направо, да. Можно поворачивать. Ты что, правила, да, не изучал? Да. Я в смысле, я изучал, что я книжку вот эту даже купил, ну что. Нас загребут. А хотя вот зеленый сверху. Зеленый, ну. Там же как написано, типа, зеленый, можно ехать, да? А где зеленый должен быть, не указано, ничего. Я думаю, это хорошее знание закона. Ты ими пользуешься, лазейками. Я думаю, где-то там дальше есть зеленый, ну, по-любому. Ну, типа, красный, будем ехать, знаешь, пока зеленый не будет. Хорошая логика. Ну, тоже красный, вообще, конечно, не везет. Вот сейчас это... красный. Нет, ну, тут все по закону. Вот зеленый, нормально. По-моему, дальше где-то было. Анимации. Слушай, мы проехали, я, или мне кажется... Я сейчас не особо помню, но где-то здесь. А, ну мы проехали, при вытащи перекресток, надо было налево. Я по GPS вот смотрю на своем телефоне. А я там чисто это ж, я как приблизительно, знаешь, по ну, району. Ну, тут налево, наверное. Поставил. Или тут нельзя. Он залазит на компьютерах, я его убираю. Мужики, я проеду, да, чисто, спасибо. И вот тут еще на раз. Ну налево. Вот, что ж ты можешь привезти нас? Показывает вот тут местный, какой-то парикмахерская. Слушай, правильно все. Хейр, он Вавик, Шавик. Ой, это ж мамка братана моего там, по-моему, сережет, не? Да? Ну отлично, может мы к ней запишемся?
Спасибо. Ой! Чё ты, аккуратно? Скользко, дождь. Так, ноги ещё болят. Да-да, дождь на улице. Точно, это шмамка Джамала. Привет, мамка Джамала. Не, ну ты так лучше не обращайся, слушай, она же... Хорошо, здравствуйте, уважаемая мамка Джамала. Мне, короче, подстричься надо. Вот это нормальная тема. Я, короче, кепку снять не буду, я думаю, вы мастер. Собственно, сделайте сами, по своему выбору. Тело, можете говорить, да? Да нет, тело мне не надо. У них есть еще парикмахерские тут? Вау, вы действительно можете постричь меня в кепке. Блин. Простите, у вас есть еще кто меня примет? Надо снять. Походу нет, придется ждать. Дожди своей очереди. Слушай, я помогу тебе тут. Мне кажется, лысина тебе подойдет. Да подожди, говорит, все-таки кепку снять надо, а то я не вижу, что получается. О, слушай, я довольно стильно выгляжу. Но, наверное, я еще посмотрю. Видеть, можно на ходу менять, снимать. О, ебать, как кинозвезда. Слушай, если я такое примерю. Ты видишь, как они в зеркале показывают, как ты будешь выглядеть, если она тебя подстрижет отлично, так. Отлично, отлично. Я такое никогда не видел у нас. Мне очень нравится. О, ебать, под ноль. Вот это, кстати, норм. Вот это норм. Вот это, сука, называется. Сука. 687. Классное название. Ламинирование. Дополнительные волосы. Покрасить цвет. Ебать, прям как этот, Егор Крид буду. Жень, ну, тебе другой цвет вообще не идет, я тебе такое скажу. Думаешь, а вот смотри, какой красивый. Обрыгать твою прическу. Слушай, я сам обрыгаю. А, это вслух сказал, да? Прости. Смотри, какой я стильный. Ну, какой? Вау! Ах, подожди, у меня... Нет, тебе это не идет. Вот дреды, давай дреды, тебе пойдут дреды. Слушай, какой кучерявый может быть. А ты снизу такой же кучерявый, как и на голове? Нет. Тогда не пойдет. Ебать, смотри, все стиляга. Как Наруто. Вот сейчас ты похож на Зверева, знаешь, такой? Есть в России. Не слышал такой. Охуенный вообще брателло. Он лучший, типа, вообще он там за крутых ребят. Я понял, лучше. не хочу побыть на него похожим. Смотри. Мне как кажется, тебе? Зверев прям подойдет тебе. Бля. Тупо Зверев. Бля, интересно, ну, Зверев. Уйти. Смотри, я стою на ее стуле. Смотри, какой я красивый. Тебе нравится? Бля, ну мне кажется, прическа Зверева было бы лучше. Ты не будешь стричься? Я оплачу твою прическу. Зачем? У меня отличная прическа. Ну посмотри, здесь такой неплохие ножницы. Ну ладно, сейчас гляну. Может покрасить волосы? Давай я тебе оплачу покраску. Не, красить точно не хочу. Хотя... А давай покрасим. Сейчас узнаем. Сейчас так модно, и так все делают. Покрасят в желтый. Вот так, что ли? Я тебе говорю, давай еще посмотрим. Подожди, верни назад, что как там в каталоге было. Назад. Вот да. Не. Не, вот это, смотри. Ты как мужчина. Не, так у тебя такой же был. Не, ну не надо, значит. Ой, ебать, вот это мачо, я вот это нравится. Ой, слушай, ебать. Довольно стильно. Мне кажется, все цыпы будут твоими. Я тоже так думаю. Давай ее. Какое? Которую ты выбирал вообще. Как будто звезда. О, смотри, ты как будто рокер. Да, тоже классно. Как тебе так? Хорошо, слушай. Может, тебе рано стричься еще на лысо? Мне кажется, рано, да.
Ты чё разделся? Да может это, волосы свои побрею. Вот как думаешь, придут? Да, я думаю, очень красиво будет. Вот такие усы. Реально глаза. Парикмахерши, ебать, шо с ними? Может усы такие поставить? Ебать, она его сканирует. Чтобы тёлочек кадрить такой. Слушай, да, ты снимаешь футболку, а у тебя там усы. А там усы, да. Эти усы и пропуск трусики. Я хотел уже на тебя наскочить, но я вспомнил, что ты бомж. Я возьму эти усики. Для того, чтобы был проход в трусики. Ладно, пошли. У них тут лестница. Подожди, я хочу еще подстричься. Я хочу подстричь усы. Да, бля. Подожди меня. Давай, давай, давай. И-и-и. Брови. Ух ты, ебать, брови можно. Бля, можно отменить. Ебать, вот это стиль. Ну, шо там? Сейчас мне брови подстригут и усы сейчас. Слушай, какой-то, помню, певец Мразиш вроде был. Не да, хочу, я знаю, похож. Такой... Похож, похож. Вот так, чтобы... Так, Нализа. Шоги, старость, все. Вот теперь отлично. Ну вот и все, пошли уже. Нас нам дождался уже. Трис! Обезьян сидит. Или как? Прости, дружище, я забыл твое имя. Да ничего, ничего, так. Нормально? Ну-ка. Да, вроде да. Все нормально. Вообще огонь. У меня появились свои усики. Ох, это как пропуск, типа, да? Да, пропуск в тросики. А чем тут ночью занимаются? Здесь есть клубешники. Давайте затусим. Чё, есть клубешник, чё бы нет, алё. Я бы это подвигался. Я, такой день, можно? Покажу, а, меня пропустят туда, хотя с моими усиками пропустят. Мне кажется, да, ты выглядишь как уважаемый человек с усами. Бля, я, сука, приехал сюда и скрываюсь, отбитесь. Мне надо поменять внешность. Прыгобагажник. Ну ты что, мы едем или нет? Нормально, погнали все. Так ёба, народ. Ого. Ну все отлично, не за тобой вроде. Я могу только удалить. Зато открылось это. Поехали, короче, по встречу. Слушай, ебать, можно. Поехали. 98%. Не, ничего не поменялось. Это таймер. И уже вот эти вот на мигалках. Поставьте таймер и не пропустите. Чё б камеру, Пабло. Ещё б камеру. А, чё? Я что-то в телефоне тебя записал. А не пишется, это связь мобильная лагает. А, понял. Да, ну ладно, да, понял. Да, террористы устроили какое-то нападение на вышке. Хорошо. Негодяи. Крысы. Чёрт, это же дальше. Не за звонку нажал. Если что, скажешь, что багажник проветриваешь, если остановят. Да ну серьезно, не знаю, там на рыбалке было рыба. Ну, прям за нами едут. Или труп, что был труп, тихо, воняло. Да-да, труп, какой труп, они. Ёба народ, это мы торопимся же, это рыба пока. Ты куда едешь? Трикс, остановись. Я ни при чем, если что. Помогите, помогите, нас украли. Не психуй, не психуй. А-а-а!
Я не замечаю мигалки. Белый, зеленый, горит. Подскажите, мистер Дискас, а здесь громкость войса есть? Там шептать, кричать? Другой. Я не помню. Да нормальная тема, что же сейчас это... Слушай, чисто... ну ты нам это хотя бы до клуба подвези, а там дальше я сам. Я до клуба довезу, чисто, чё я, не пацан. Ой-ой-ой, что происходит? Володя! Мужик что, сказал, до клуба довезет, мужик, довезет. Вот клуб справа. Выходите. Спасибо. Давай, пока. А ствол заберете у меня? Блять. Пока, спасибо, что подвез. Ладно, нам в клуб. Газель, что? Слушай, Пабло, там полицейский целился. Да это ж... Там столик найди там. Руки вверх поднимаем. Ой-ой. Что случилось? Это все потому, что это черный клуб. Что случилось? Это черный клуб. Офицер, в чем? Мы ни при чем это цвета кожи. Господи. Ебать, я сам иду. Я ничего не нажимал, а он сам менял сторону. И к машине полицейской. Какой машине? Ой-ой. Левый. Левый. Я перепаркую его автомобиль. А. Только просто. Сильное заявление. Что происходит? Офицер, вы Вот это вот. Этот человек просто совершил несколько преступлений, и мы его задерживаем. Все под контроль. Я же говорю, ствол на пояс мне повесили, пока ехали, угрожали. Окно. Офицер, который... Этот, а что происходит? Нас почему взяли? Давай. А вы были с ним. Ну так да мы ехали такси. Мы вызвали такси, он нас взял. Так, этот гражданин утверждает, что это, что вы его похитили. Вот так он за рулем был. Мы его похитили? Это вообще не моя такси, они меня туда силком затолкали, говорят, слышь, ты, говорят, за рулем поедешь. Офицер, мы заказали такси с этого, с больнички, мы можем, это, у нас там был врач вместе с нами, он может доказать. Он был прямо в том месте, когда мы такси вызвали. Йоу, извините, что вмешиваюсь, но йоу, я только что выходил из клуба, они как раз подъезжали, и они выходили из такси. Просто нам надо в клуб, просто спокойно заходили, никто ничего не делал. Я говорю, мы ни при чем. Но это только то, что я видел, йоу. Я даже не знаю, мне кажется, они все заодно и просто выраживают друг друга. Да мы просто такси заказали, проверьте, мой телефон, я заказывал такси. Так, и слышь, кто у нас тут один свободный, короче, прям этот чисто говорю, офицер, что за такси, берите, говорят, короче, двух и везите в больницу, говорят, узнаете, опросите, короче, я пока был, этого перевезу. Они поэтому проветривают. Я был в больнице вместе с другом моим, вот который справа от меня. Да, мы были вместе в больнице, мы только оттуда решили выветриться, сказали, отвези в клуб. А вот он везет, мы говорим, остановись, полицейский, а он говорит, нет, у меня труп в багажнике. Он там что-то был и выветривал в запах. Йоу, как воняет. Какой хер, боже. Определенно труп. Да в смысле, алё, откуда там труп? Точно он виноват. А хотя они, может, и убили, конечно, я не чёрт его знаю. Уже в тачку, алё. Ну в участке-то разберёмся. Да естественно, естественно. Вы там умеете правоохранить молчание и всё остальное. Это предъявим уже перед допросом, собственно, так, короче. Там не вопрос, чё, братишка, давай я умею. Нас что, может отпустите, офицер? Да мы в клуб хотели просто, в больницу. Мне нужны ваши данные, короче. Да, без проблем. 5 секунд. Слушай, а до больнички подкинешь? У меня что, ноги болят, конечно, я это, ничего, конечно, да, не да, говорю. Да, до больнички, конечно. Прикрыть, короче, мне ваше имя, фамилию и желательно телефон, если у вас имеется. В случае, если конечно, офицер. Будет дальнейшее расследование, мне потребуется у вас вызвать. Вас ждать. А, я написал. Запишите мой 241. Ага. 709. Пабло. Пабло. Руки, окей. Руки. А вашего друга? Вот эту вот машину вот. Сейчас. Такси, вот. Да.
Ого, у него татухи. Остров стоянку отвези. У него татухи, охуеть, я тоже хочу. Не, ну, может, жвачку не надо там не трогай. Ну вот зачем? На месте сейчас это и все обсудим, разберемся, может, как бы все факты за, против, взвесим. 7-7-8. 9-4-1. Сейчас узнаем. 4-1, окей. И зовут вас? Зовут меня Володя Сом. Володя Сом. Просто как бы оно мне вот не надо, да, значит, вот в участок еще разочек, а потом еще разочек. Так, все, господа, в принципе, будет свободно, в случае, если потребуется ваше свидетельство, нет, у вас вызовут в ПД. Спасибо огромнейшее, только, походу, все уже выбежали из клуба. Ну, это ладно, зато столики свободные. А, удачи. Спасибо. Блядь, слышишь? Пабло. Йоу, дружище, йоу. Йоу, да. Черныш, спасибо. Да, йоу. Да, йоу. Я это, да, йоу, без проблем. Сказал только то, что видел. Было бы не очень приятно, йоу, из двух невиновных бы посадили, йоу. Да, да. Да, йоу, йоу. А ты... Это не гасленг. А ты это, там в клубе тачики есть, уже все ушли оттуда, что-то неинтересно. Я как раз выходил, как раз последняя дотанцевала. Бля. А другой клуб тут есть нормальный еще? Да я тут первый день без понятия вот на вот этот набрел сегодня. Вот. Там, кстати, автомат игровой есть. Йоу. Слышь, о, а байк, о, байк, байк твой? Ну да. Слушай, а за 30 баксов взял. Йоу, сделал, о, да? Йоу. Хуя, я тоже хочу. Что он, йо-хоу, и чё, Санта-Клаус, что ли? Да, типа Санта. Это... Говорю, йоу, гоу. А, понял, прости. Я думал, ты меня как Санта-Клаус, что ли, йо-хоу, йо-хоу. Слушай, крутой байк, чё, круг дашь? Да, 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 катайся. А чё, это что, правую ногу на правую педаль надо, да? Ну, типа того. Похоже, да. О, ой, ебать. Оп! Ух ты. Ты смотри, что творит. Ого! Йоу! Не, не показываю рукой. Не показываю, не могу. Да, вот, показываю. О, кулдаун. Невероятно. Вау. Ты действительно талант. Я бы снял это на камеру, если бы она была в моем телефоне. Кстати, ты где телефон покупал, йоу? У меня таксист отвез в какой-то магазин. Там симку купил, телефон купил, MP3 плеер купил. Я вот тоже, йоу, купил телефон. Камера написана, что есть, а она не работает, йоу. Да, да, это типа китайский. Там камера есть, но ее нет. Так написано, что есть. Это как, йоу? Ну, ну как, тебя наебали, как и меня. А, только это, йоу, весь город, йоу, наебали. Я не знаю. Надо, видимо, крутую модель купить телефона. Давай ты мне дашь 200 баксов, а я попытаюсь ее купить. Да ладно, нет, я прикалываюсь. Ха-ха. Найс, шутки, йоу. Прокатило. Передайте. Как работает плеер? Плеер включен. А вы тут как? Давно уже? Дорожный. Да, так, да. Тусуемся вот в больнице Буди. Очень весело. А. Да, да, да. Очень веселый город. Врачи здесь забавные. Это... Шутки шутят. Плохо было или что-то случилось? Или просто навестили кого-то? Да, просто со стройки упали. По-моему, он съебался. Ну... Ну это, я его сам знаю один день, поэтому это... Ну... Видимо... Проебал свой байк. Да, я пошел в клуб, давай. В смысле, блять?